Merhaba. Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Please accept my obeisances. Jai Shri Prabhupada. Ready? Guru Maharaj, can you hear me? Yeah, I hear you. We are ready. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 19, the appearance of Sri Sukadeva Goswami, text number 35. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песнь первая, глава 19, появление Шукадевы Госвами, текст 35. Api me Bhagavan Prita Krishna Pandu Suta Priya Paitri Swasteya Priti Artam Tadgotrasya Tapandava. Api me Bhagavan Prita Krishna Pandu Suta Priya Paitri swasya pratiyartam tad gotrasya tapandava. Class. Translation, you can read. Перевод. Только чтобы доставить удовольствие своим великим двоюродным братьям, Господь Кришна, личность Бога, который очень дорог сынам царя Панду, отнесся ко мне так, как будто я один из них. Purport, Guru Maharaj. Комментарий Шрилы Прабхупады. Чистый преданный, служащий только Господу, оказывает гораздо большую услугу своей семье, чем те, кто привязан к иллюзорным семейным делам. Как правило, люди привязаны к семье, и семейные привязанности являются той силой, которая приводит в движение экономику человеческого общества. Такие заблудшие люди не понимают, что самую большую услугу своей семье можно оказать, став преданным Господу. Господь берет под свое особое покровительство членов семьи и потомков преданного, даже если сами они не преданные. Махараджа Прахлада был великим преданным Господа. Но его отец Хираньякашипу был великим атеистом и заклятым врагом Господа. Но несмотря на все это, Хираньякашипу было даровано освобождение, так как он был отцом Махараджи Прахлады. Господь так добр, что всячески защищает членов семьи своего преданного. Поэтому преданному не стоит беспокоиться о своей семье, даже если он покидает ее ради преданного служения. Махараджа Юдиштхира и его братья были сыновьями Кунти, тетки Господа Кришны по отцу. И Махараджа Парикшит признает, что покровительство Господа Кришны оказано ему потому, что он единственный внук великих пандавов. Ом агьяна тамарандасья гьянанджана шалакая чатсур унмилитам ина тасмай шри гураве намаха. Ванчакаупата рубьясча крипа сендубай вача Патита нам паване бьо, вайшнаве бьо, намо намаха. Нама ом вишну падая, Кришна пристая бутале, Шримати бхакти веданта, свамини ти намане. Намасте сарасати деве, горавани причарине, нирвисеша суньявади, пасчача дезатарине. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so Maharaj Parikshit is speaking, appreciating
his good fortune that he has a relationship with Lord Krishna. Так Махараджа Парикшит говорит здесь, насколько он оценивает удачу быть связанным отношениями с Господом Кришной. So he is describing the Lord's kindness, that the Lord has accepted him as one of his relatives. Махараджа Парикшит описывает здесь доброту Господа, то, что Господь принимает его как своего родственника. And Maharaj Parikshit said the Lord has accepted him in this way just to please. To please his Lord Krishna's own cousins and brothers, meaning the family members of Maharaj Parikshit, the Pandavas. They were very dear to Lord Krishna. Махараджа Парикшит отмечает здесь, что Господь Кришна принимает его как своего родственника для того, чтобы доставить удовольствие своим двоюродным братьям, великим Пандавам. So Srila Prabhupada is explaining in the purport how family affection for a devotee can be liberating. It can help one achieve the goal of life. Шрила Прабхупада описывает в комментарии, что семейные привязанности для преданного не являются препятствием, а наоборот, помогают достичь цели жизни. Just like Srila Prabhupada's father, Prabhupada said his father was a pure devotee of Krishna. Например, Шрила Прабхупада говорил, что его собственный отец был чистым преданным Господа Кришны. As a young boy, Prabhupada's father brought his son up to be a devotee of Krishna. He didn't want him to be a worldly person. He wanted him to be a devotee. И пока мальчик рос, отец Шрилы Прабхупады хотел, заботился о том, чтобы Прабхупада стал чистым преданным, его не заботилось о том, чтобы он стал какой-то известной личностью. There was some talk that they should send Prabhupada to England to be a lawyer, but his father said, no, no, no. I don't want my son to become a worldly person. I want him to remain a devotee. Есть беседа, где Шрила Прабхупада рассказывает об этом, что когда шла речь о том, может, Шрила Прабхупада станет адвокатом, его отец ответил, что нет-нет, я не хочу, чтобы он стал просто обычным мирским человеком, я хочу, чтобы он стал преданным. So, of course, Prabhupada's point about being affectionate to the family, Prabhupada's, the real affection to the family is to be a devotee of Lord Krishna and to sacrifice everything for the service of the Lord. Шрила Прабхупада отмечает, что семейные привязанности получает свой максимальный смысл только когда человек становится преданным и посвящает себя служению Господу. People think duty to the family is to give money to help them economically. But the real affection for the family is to give them Krishna consciousness. Обычные люди думают, что обязанностью в отношениях в семье является зарабатывание денег, двигание экономики, поддерживание семьи экономически. Но на самом деле настоящая услуга для семьи – это стать преданным. They give money to the family members, just use it for their sense gratification. They may not use it for the service of the Lord.
Если мы просто отдаем деньги членам семьи, скорее всего, они потратят их на чувственное наслаждение, чем нежели они отдадут их на служение Господу, пожертвование Господу. It's not easy to serve the family and to please all the family members. Very difficult task. Очень непросто служить своей семье и удовлетворить всех членов своей семьи. Порой это очень трудная задача. We know, especially women, they're always thinking about money, they always want economic benefit, expect money, when whatever money they get, they'll spend it for their sense gratification. Особенно женщины, их качество таково, что сколько бы им денег ни давалось, они будут использовать их для большего и большего чувственного наслаждения. Так двигается вся экономика. But if somebody really devotes himself to the service of the Lord, even they may have to go out from the family, leave the family members, and they don't give economic support to the family members, but still they're doing the greatest service for the family, because the family will remember the Lord. Но даже если человек не идеальным образом исполняет свои обязанности в экономическом смысле, поддерживая достаточно экономический член своей семьи, но при этом он является преданным Господа, то это лучшее служение, поскольку все мы являемся семьей Господа. The person who is a devotee, he is the real well-wisher of the family, because by his example of devotion to the Lord, the family are given remembrance of the Lord. Преданные в семье являются истинными доброжелателями для всех членов этой семьи, поскольку их пример преданности. Пример преданности такого, пример предания такого вайшнава оставляет впечатление, память у членов этой семьи. Of course, the family помогая им members, помнить о Боге. The family members, they all may be atheists, they may be very materialistic people, but that's not a problem, because if someone in the family is a devotee, then all the other people who are materialistic and atheistic, they will also have some thought of the Lord. И даже если такие члены семьи являются атеистами, не верящими в Бога, то это, тем не менее, преданный в семье, так или иначе, даже таким членам семьи помогает появлению мысли о Господе. Prabhupada gives the example about the classic atheist Hiranyakashipu, and how, because his son was a great devotee, so Hiranyakashipu also benefited. Шрила Прабхупада приводит пример классического атеиста Хираньякашипу, который был заклятым врагом Господа, но его сыном был великий преданный Господа. We want to understand the real benefit we can give to the family is devotion, contact with the Lord and his service. If you give them money, that is not really going to help them. Поэтому мы должны понять, насколько же это большое благо мы приносим семье, занимаясь преданным служением и таким образом поддерживая связь с Господом, нежели мы просто будем экономически через деньги поддерживать семью. You give some money, you give some wealth to people. It's very temporary benefit. But if you do some devotional service, then it's eternal benefit for them.
когда мы просто поддерживаем семью, даваем деньги, это временное благо, но вечное истинное благо мы даем, занимаясь преданным служением. As Krishna says in the Bhagavad Gita, Svopam apyasya dharmasya trayate mahatobhayat. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement made on this path can save one from the greatest danger. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите Свалпам Пьяси Дхармасья Траяте Махатобхаят. Даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от величайшего страха, поэтому нет потери на этом пути. Yeah. We don't want to be callous, we don't want to be hard-hearted. At the same time, we want to understand what is actually the real benefit of our family members. Но это не значит, что мы жестокосердные, черствые по отношению к членам своей семьи, просто мы должны понимать, в чем истинное благо. And there is no benefit in to just to give them some money, to give them some wealth. It's only, that's very temporary and flickering. И благом не является, на самом деле, просто какие-то материальные блага, какое-то денежное поддержание, потому что это все временные, мерцающие вещи. But if somehow we're able to give them some remembrance of Lord Krishna, that even though their remembrance may not be favorable, but if somehow they're able to be to think of the Lord, the Supreme Lord, then that is for their greatest benefit. Но если мы так или иначе помогаем памятовать таким членам семьи о Господе, то даже если это памятование не самое благоприятное, в итоге оно является высшим благом. We see Lord Chaitanya took sannyas, left home. He left his elderly mother and his young wife with no children, and he left the home. He renounced the world for the benefit of the world, not just for the benefit of his own family. Мы видим, Господь Чайтанья принял саньясу в молодом возрасте. Он ушел из дома, оставил старую мать, молодую жену, у которой еще не было детей. Он сделал это для блага всего мира. Он сделал это для блага всего мира. And Lord Chaitanya had an elder brother, Vishwarup had also, before Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, Vishwarup had also left home and taken sannyas, never to return. У Господа Чайтаньи был старший брат Вишварупа, который также принял саньясу до Господа Чайтаньи, ушел из дома и больше не возвращался. So it's a great credit to the family that they can give a son for the service of the Lord. И иметь такого сына, который отдал себя на служение миру, это большое благо, большая But заслуга. If the man stays at home, what good can he do? What good will he do for the family just by staying at home? Но если человек просто остается до конца дней своих в семье, то какое он максимальное благо может принести? Simply some temporary benefit for some time. Allow the children to grow up. Once the children grow up, then the children will also leave home and go independently. Просто воспитывать детей, пока они не вырастут, не уйдут из дома, не будут жить самостоятельно. So Maharaj Parikshit was appreciating his good fortune that he had a connection with the Lord through the family. His aunt, his Kunti is like the mother of the Pandavas, and Maharaj Pariksha is the grandson. So Maharaj Pariksha, he's related like that to Kunti. Kunti's like grandmother or great grandmother.
Махараджа Парикшит понимает великую удачу быть связанным с Господом Кришной через семью. Здесь упоминается царица Кунти. Она была теткой для пандавов. Значит, Махараджа Парикшит, она была, получается, бабушкой или прабабушкой. I'm giving class. Well, Janko. So, Maharaj Parikshit had a relationship like that with Kunti. Kunti, of course, is the related to Vasudev. So she's the aunt of Lord Krishna. Здесь упоминается Кунти. Кунти была сестрой Васудевы, поэтому она, получается, была тетей Господу Кришне. So you can see there's a relationship between Lord Krishna and Maharaj Parikshit. Although it's some distance, but still some relationship is there. Так мы видим здесь родство между Махараджи Парикшитом и Господом Кришной. Может, не такое прямо близкое, но тем не менее родство есть. And because they're related, so naturally, Maharaj Parikshit has great affection for Lord Krishna. И естественным образом у Махараджи Парикшита была определенная любовь к Господу Кришне. But Maharaj Parikshit says that it's the affection of Lord Krishna for him, which is saving him, that Lord Krishna has been very kind to him. А в свою очередь, Господь Кришна был всегда очень добр к Махараджи Парикшиту, проявлял свою особую любовь к нему и защитил его в самом начале его жизни. So, Lord Krishna is always, he's equal to everyone, but he has special affection for those who are rendering service to him. Разумеется, Господь Кришна равно относится ко всем без исключения, но он испытывает особую благосклонность и привязанность к тем, кто постоянно занят служением ему. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says that he will, his devotee will never perish. He told Arjuna, Kunti a priti janihi na me bhakta pramishati, that my devotee will never perish. So the Lord is so kind. He gives special protection to his family members. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, каунта я прати джанихи нами бхакта пранашети. Я смело заявляю каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Я особо забочусь о тех, кто занимается служением мне. And Krishna gives protection to the family members of a devotee. If you're just connected to a devotee, somebody in the family who's a devotee, then Lord Krishna makes note of it and arranges to help them. But oh, he's from a family of a great devotee. Lord Krishna cares for that person. И точно так же Господь Кришна проявляет особую привязанность к членам семьи своего преданного. Он рассуждает так, что, о, это мой особый преданный, а это семья моего преданного, и поэтому он также берет под покровительство их. So, Maharaj Yudhisthira and his brothers, they were all the sons of Kunti. And so they were related to Lord Krishna, and Maharaj Parikshit's a grandson, so he's also connected to Lord Krishna. Махараджи Юдхиштхира и остальные братья были племянниками Господу Кришне. И Махараджи Парикшит был связан с ними, потому это все одна семья. Maharaj Parikshit is the grandson of the Pandavas. Махараджа Парикшит является внуком Пандавов. So he's appreciating how Lord Krishna has some affection for him because of his relationship with devotees.
И он с признательностью отмечает, что Кришна по-особому, а Господь Кришна по-особому любит и относится к нему, поскольку он связан с пандавами. Maharaj Parikshit doesn't think of himself as being a great devotee, but he knows his grandparents, the Pandavas, they were great devotees. Махараджа Парикшит не считал себя великим преданным, видя в этом причину особого отношения к Кришне. Он отмечал то, что его деды, великие пандавы, являются великими преданными Господа Кришны. So because he's coming in the line from the Pandavas, so he has some devotion also, some benefit, great, some devotional qualities will be naturally there in him due to his connection to the Pandavas. И он считает, что поскольку он связан с пандавами, то поскольку они всю жизнь были естественным образом преданные Господа, то вот эти качества перешли к нему также, ну, через это родство. Он естественным образом стал преданным. It's just like it's described how there was this one demonic king, Maharaj Vena. And he got cursed by the Brahmanas to die because he was such a nasty, evil king. The Brahmanas cursed him that he should die. Можно еще упомянуть одного демонического царя Вену, которого браманы прокляли, поскольку он причинял им беспокойство, и они сказали ему: «Ты должен умереть», и он умер. But after he died, they didn't burn his body. Because they knew that this king, although he was a very bad king, he was a very demonic person, that he was coming in the line from Dhruva Maharaj. So he was a descendant in the line of Dhruva Maharaj. So there were some very great, powerful devotional qualities in his body due to his connection with Dhruva Maharaj. И после смерти царя Вену его тело не сожгли, так как, несмотря на то, что он был атеистом, он, тем не менее, был потомком великого Друва Махараджа. И, значит, так или иначе, через это родство он мог нести в себе вот эти вот особые качества потомка Друва Махараджа. So the brahmanas, by their spiritual potency, they could remove all the evil influences from the body of the demon king Vena. And after they removed all the evil qualities, then they turned the body and they produced the body of a great devotee, Maharaj Prithu. И рассуждая таким образом, браманы сначала устранили из его тела демоническое, определенную концентрацию, демоническое начало такое, то есть они провели определенную манипуляцию, после чего вот это демоническое начало из его тела, после чего они стали пахтать это тело, и из него вышел праведный царь Махараджа Притху. So this shows us the potency, the power which comes just by being connected in a good family. И вот эти вот особые качества проявились именно благодаря тому, что была связь с благочестивым родом, с благочестивыми предками. Okay, so are there any questions? На этом мы остановимся. Есть ли какие-то вопросы? Ванинатха Васу Прабу. Ваш вопрос, я вижу руку. Включите, пожалуйста, микрофон. Можете задать вопрос. Спросите Махараджа, могу ли я вот немножко рассказать? В моем вопросе есть вопрос, связанный с моей семьей. Могу ли я немножко рассказать о ситуации, которая просто очень подходящая лекция, о ситуации, которая вот в моей семье, и вот как пример, и что бы Махарадж бы посоветовал бы и сказал бы мне. Единственное, Ванинатха Васпрабху, по опыту скажу, что с разбегу сразу определить какие-то детали вопроса будет сложно. Но тогда кратко скажите, потому что у нас всего до 6. Да. Я сейчас упомяну.
Гуру Махарадж Ванинат Васу Прабху want to describe his particular situation with his family and in terms of particular situations is a very very close to today class to describe the situation. Sorry. Is it possible to speak a little bit about my situation in my family? Okay, go ahead. Значит, смотрите, вот 30 лет назад, когда я 30, более 30 лет назад я присоединился и настолько был поглощен сознанием Кришны, что хотел, чтобы помочь своей семье. Мне все рассказать, или вы частями переведете? Давайте, знаете, как примерно по 3-4 предложения я буду переводить. Хорошо. И поскольку моя супруга тогда не приняла вот то, что я ей проповедовал, она указала мне на дверь и сказала просто иди живи со своими монахами. Ванинатва Супрабху describes his situation. 30 years ago, he joined the Krishna Consciousness Movement and he wanted to preach his family, but his wife didn't accept his choice, Krishna Consciousness, and she said, you should go and stay with your monks. Let's you stay live with them. А вот в итоге мы развелись, и я отправился жить в храм. То есть она подала на развод, я отправился жить в храм, но я периодически пытался так или иначе им помогать с духовной точки зрения и насколько я мог там что-то с материальной точки зрения, но это было очень немного. She divorced with me, and during some years I tried to connect with my my family, try to preach from time to time and also try to help materially, but it's not enough. My material helping was not enough, of course. В итоге, ну, в общем, меня все время обвиняли, что вот я не экономически не поддерживаю семью, и я стал таким образом причиной разрушения моей семьи. И они обвиняли. Они стали обвинять, да, что мать, а потом уже повзрослевшие дочери стали обвинять, что ты вот из-за того, что ты не поддержал, вот у них как бы ничего не сложилось в жизни. Later, my daughters and my ex-wife chastised me and said me that our problems at some misfortune in life was because you're not in time supported us, helped us materially. Да, и, видимо, в результате каких-то оскорблений моя старшая дочь, у нее развилась психическая болезнь, и она заболела шизофренией, и спустя несколько лет из-за приема лекарств она растолстела, и потом у нее развилась какая-то болезнь, и она оставила тело. Later, my elder daughter has mental illness, mental disease. Later, she accept some drugs, I mean medicine drugs. And during some problem with health, she left body. Ну, вот это произошло именно вот как многочисленных таких обвинений в мой адрес. И, ну, как я полагаю, что развились какие-то реакции очень сильные. So I think in this situation they have some reaction. Uh,
Because of accusation, like you say, Yeah, Исход, right. accusation. Right. And, и вот и спустя, и в итоге, потом, спустя вот последнее время, некоторое время, вот младшая дочь, она тоже не устроилась в жизни, и она тоже стала очень много, часто много меня обвинять. И в конце концов, она вот тоже сейчас, вот последние годы, последний год она очень тоже заболела психической болезнью, и в таком психотическом состоянии ее доставили в психиатрическую клинику, и у нее тоже поставили диагноз шизофрения. Вот, и тоже как бы вот обвинение и моих родственников, что это все потому, что ты не заботился о своей семье, бросил свою семью. Later, my youth daughter also had some mental disease. This disease developed. Somehow or other, she was placed in mental hospital. И тоже вот родственники, ну, не все родственники, но часть родственников обвиняли меня в том, что я ну, как бы бросил их и не позаботился о том, чтобы их жизнь... Но я пробовал это делать много раз, как-то объяснять им с материальной, с духовной точки зрения, что надо... Ну, как-то пытался им помогать. Нам нужно уже к вопросу переходить, иначе ну, это займет очень много и вопрос, времени. Ну, хорошо, давайте вопрос, что... Я переведу сейчас, переведу, и вы сформулируете. So, как мы... at the end of this situation, my relatives accused me that all these problems were because you stayed our family and not supported us financially, not supported enough. Ну и вопрос заключается вот в соответствии с сегодняшним объяснением Магумараджа. Мы можем, ну я на моем примере вижу, что вот этот недостаток моего, как ну три женщины в семье без мужской защиты остались. Вот. Я, конечно, понимаю, что я, может быть, не следовало сразу оставлять их. Но у меня была сильная привязанность к преданным, и я как-то не смог жить среди них. И вот как Махарадж бы оценил вот эту ситуацию, вот насколько все-таки я был неправ в том, что я оставил семью, и что вот можно сделать вот в данной ситуации? So the question, Guru Maharaj, is in terms of today's explanation in today's class, you said that we may help our family spiritually, but in my situation, I think maybe not enough involved in supporting my family. And how can you say about my situations, should I did more for them, and what do you think in terms of family relations, present moment, what I can do in present moment? Yes, right. What can you do at the present? Yeah, what can I do in this present moment? Whether I should start to economically help them, because they really don't have anything. They're only my wife. She's just working, and she has very small salary, not sufficient. And for this, and daughter, she's accusing me that she has nothing. No any clothes, no any family, no any husband. She is 40 years old now, and nothing she has. Just she's also just become like beggar. So, but she doesn't work anywhere. Any has any job, any
and think but she's just waiting something from husband, but husband is not takes her because she is not in a like proper condition like that. She's very very pit very not got anything okay. Прабу, я переведу то, что вы сказали, потому что понял только Гуру Махарадж. Вы единственное, что возраст сказали, какой у нее сейчас возраст? 40 лет. Так если это 30 лет назад было, как это возможно? Ну, ей было 9 лет, когда я ушел. Вы так 40 лет кому, дочери или жене? Дочери, дочери. Жене уже... Которая из них? Вы же сказали, что младшую... Младшая. Старшая там ушла, а младшая дочка. Не, ну младшая, вы говорили, что она попала в больницу или потом ее выписали из вот этой клиники. Да, вот сейчас ей 40 лет, я про нее рассказываю. Я просто думал, вы про жену, потому что я так понял, что нет, младшая в больнице. Хорошо, Прабу сказал, что теперь, Гуру Махарадж, как мне в этой ситуации быть? Нужно ли мне сейчас помогать материально, потому что она сейчас находится без семьи, отчаянное положение, она что-то там где-то работает, но у нее очень маленький заработок, у нее нет ни мужа, ни семьи, ни денег особо, ни одежды, поэтому нужно ли мне сейчас какие-то прилагать усилия по этому направлению? Okay, so you know, and of course, in this situation, you can see your wife and children, they're not devotees. So you give them money, you give money to them, what are they going to do with it? They're going to take meat, they're going to do things like that. Yeah. It's not going to be very good for you. Yes. Yeah. You could say, well, it's my duty as their father, their husband, have a duty. Yeah, but your duty is also to save yourself. You want to become Krishna conscious, right? You have to, you want to be, you must be a serious devotee yourself. How much you can help your wife and daughters, you know, they have their own karma. She's already 40 years old. You know, she's independent. She shouldn't be dependent on you at this point in your life. You must already be old. You can't have so much money. You won't be probably not earning much. How you could be expected to support them? She should be able to take care of herself. But somehow she's got some mental problems. But these are her faults. Nothing, not really you. Not your fault. В этой ситуации, как вы сильно сможете ей помочь, вы должны в первую очередь подумать о том, чтобы самому остаться в преданном служении и остаться серьезным преданным на том уровне, на котором вы сейчас есть. Сложно ей помочь сильно, потому что она сейчас уже отдельный взрослый независимый человек, ей 40 лет, и вы уже не молодой человек. Как сейчас вы в вашем возрасте можете сильно много заработать для нее? В конце концов, это во многом их карма. То, что у нее сейчас ситуация сложилась так, в большей степени это ее недостаток, не ваш недостаток. Поэтому такое понимание. Тем более, что все, что вы им дадите, они потратят не на Бога, а на мясо. So, the main thing you want to focus is on your own Krishna consciousness. Try to be Krishna conscious yourself. Поэтому сейчас вам нужно постараться быть самому сознающим Кришну и сосредоточиться на серьезности в вашем служении. Thank you, Maharaj. I do that. I am just brahmachari. Did this all for 35 years. I am brahmachari and I just going on my way is that I am following strictly the follow the rules and regulations and I do all the things. But because of this very, very pretty condition of my daughter, I think something, I am just thinking how to can somehow a little bit give them some support that they can maybe
Because this accusation is going on that you are devotee and you are not do, maybe in order to little bit Well, they want improve. support. They tell them they have to come and be devotee. Oh yeah, yes, Ванин от Бхагавад. вас, Прабху. У нас не даршан. Пожалуйста, переводите ваши слова на русский тогда. Простите, пожалуйста, я что-то вот залез. Ну, Ну, я просто к переводите, потому тому, что это ваш что русский текст, вам будет легче передать слушателям. да, я сказал, что, ну, да, мне все нормально с моей духовной жизнью. Я в течение всех этих лет я остаюсь брахмачари и следую правилам, предписаниям и наставлениям духовного учителя Шрилы Прабхупады. Вот, но просто, что мне как-то очень жаль, вот такую ситуацию, видеть дочь в такой ситуации очень больно. И как-то хочется все равно что-то сделать, но Махарадж говорит, что ну вы просто, они же не становятся преданными. Если они хотят, чтобы ты помог, пускай становятся преданными. Ну да, Спасибо, я это Прабу. вот. Спасибо большое. Yeah, they want you to help them. Okay, so then there's a standard, you know, you can't compromise. They want help. They'll tell them they come. They can be devotee. Тогда, если уже говорить о помощи, тогда нужно идти на какой-то компромисс, соглашение, тогда пусть они как-то двигаются к тому, чтобы стать преданными. You can give them Krishna conscious support. Вы можете им дать тогда поддержку в сознании Кришны. But if you say you're already brahmachari, you're living as a brahmachari, you're living a single life of a single man. So I don't know how much you're able to support them. Are you earning any income? Do you have a job? I have some pension. Pension is like a little more than $100. Гуру Махарадж сказал, что, но в таком смысле, в экономическом каком-то еще сложно понять, чем вы можете помочь, поскольку сейчас у вас статус как бы брамачари, у вас статус не семейного человека, который живет в определенном отречении, чем вы можете помочь, какое у вас финансовое положение. И Прабу отвечает, что у меня есть небольшая пенсия, там чуть больше $100. So it's up to you to decide. Do you want to give them that $100 every month? И Is вам that going to предлагаю. change their life? Are you able to survive without that money? Yeah, I can survive without that money. No problem. Then it's up to you. But if Гуру Махарадж. you give them that money, then you have to, you know, you have to be. You have to accept that there may be some karmic reactions come upon you from that, that they will use the money not in Krishna consciousness. Дальше Гуру Махарадж спрашивает, вы могли бы тогда что, отдать часть этих денег или все эти деньги? Сможете выживать без этих денег? Насколько они вам нужны для поддержания? Прабу говорит, да, я могу обойтись без них. И тогда Гуру Махарадж говорит, тогда от вас зависит, решайте сами, но помните, что если вы отдадите эти деньги, то So часть кармических реакций вам придет. you've already been living without them for so many years, and somehow they've managed to maintain themselves without your help for so many years. Они же как-то так или иначе выживали без вашей помощи так много лет. But is this Now you. situation become worse and more worse? That's why worse. That's why I. The situation becomes more and more worse. That's why I just thinking maybe I should interfere and do something for them, little bit at least. That can I do something? Well, that's up to you to decide. Yeah. I mean, you're not a liberated soul. You still have some affection for the body. You still have some duties there. And so, if you want to help them, that's up to you. Thank you. В итоге Гуру Махарадж говорит, вы смотрите теперь сами тогда, вы, поскольку не освобожденная личность, если у вас есть в этой ситуации определенная привязанность и понимание, что вы должны помочь, помогайте, все зависит от вас, насколько вы решите это. You accepted the woman as your wife, you give children to her.
You brought a child into the world, so you have some responsibility there. Hare Krishna. Hare Krishna, can you hear me? Yes, yeah, Dumash. I can Next hear you. question. Yeah, so that's why I'm asking, because have you had some responsibilities even after 35 years, 33 years exactly? Still, the responsibility is the father's responsibility to somehow give the support to his. Of course, the responsibility finishes with the child once they become 18. After 18, no more responsibility. Прабху говорит, у меня же остается определенная ответственность отца, отец же должен нести обязанности перед своими детьми. Гуру Махарадж говорит, обязанности заканчиваются, когда ребенку исполняется 18 лет, на этом обязанности прекращаются. And similarly, the wife, you've already been separated or separated 33 years. You don't have any responsibility. То же самое и с женой. Вы уже живете порознь 33 года, теперь нет речи об ответственности. She separated. She left you. You didn't leave her. Right? She was the one to leave. She was the one to tell you to go. So you don't have responsibility there. Legally, you don't have responsibility. If you mentally want to help her, you yourself feel responsible, then that's up to you. Mm-hmm. С точки зрения закона, у вас уже нет каких-то обязанностей перед вы разведены, но если ментально внутри себя вы чувствуете определенную ответственность, как-то помочь, ну, от вас тогда зависит, решайте сами. Okay. Yes, Maharaj. Okay. So thank you so much for this confirmation. Actually, I have the same understanding. Always I just thinking about first of my spiritual duty, and then what can I do? So I will do it. Thank you. Okay. Any other question, Audrey? Yes, Guru Maharaj, we have not so much time, but we have only one question from Karpura Manjari, question in the chat. Hare Krishna, мои поклоны, примите, пожалуйста, ваше святейшество, спасибо большое за лекцию. Можно считать признаком того, что если ребенку до года было приятно слушать Махамантру, сейчас хлопает в ладоши ненадолго, когда Киртан слышит, ему год и два месяца уже, то он приятный с прошлой жизни, или это мое желание выдать желаемое за действительное? Hare Krishna, my obeisances. Please accept your holiness. Thank you so much for a class. Can we say that if child less than 1 year his age, 1 year old age, he liked to hear Mahamantra and he even clapped to the lips when he hear kirtan, does it mean that he was a devotee in the last life, or it's just my imagination? Well, we hope he was a devotee in the last life, yeah. Ну, мы надеемся, что да, он был преданным в прошлой жизни. We hope that he will continue. You know, it's not just only that they're happy when they're 1 year old, but we hope they'll be happy throughout their life hearing the Hare Krishna mantra. Мы надеемся, что он продолжает свое преданное служение. So, we hope so. По крайней мере, есть надежда на то, что ему действительно по этой причине приятно слышать Hare Krishna mantra. Okay. Что, Маджи Карпур Маджай? Вишал Прабу хотел вопрос задать. Почему никто не поднимает руку? Пожалуйста, я тут поднимал просто, вы сказали, там нету там время, я так понял, что... Нет, поднимайте, потому что тогда понятно количество участников. Да я, знаете, как у меня был вопрос такой...
как-то эту жену вдохновить на то, что я зарабатываю, это нормальное количество денег. Ну, и, в принципе, я, знаете, как поблагодарить хотел Ванина Тхвас Прабху, что он вопрос этот поднял. И его вопрос, в принципе, ответил на мой вопрос. Я вот просто хотел поблагодарить его даже. Ну, ну если Махарадж тоже может что-то сказать по этому поводу, что, ну, я, честно говоря, как больше, как бы, ну, с точки зрения юмора хотел даже это, ну, думаю, ну, задать этот вопрос. Шай, думаю, у нас осталось 5 минут, пожалуйста, более четче задайте свой вопрос. У нас не просто ну, дело в да, вот, ну, я вот просто хотел спросить, ну, то есть, стоит ли жену убеждать в том, что, что то, ну, то, что я зарабатываю, этого достаточно для нашей Понятно. Семьи, или все-таки нет? Ясно. The question is, how can I inspire my wife that my earning money is enough for our family, because she think she thought that it is always not enough. Oh, yeah, well, that's the way of the material world, that no matter how much you have in the material world, you never think it's enough. Таков принцип в материальном мире. Сколько бы вы ни заработали, все время кажется, что этого недостаточно. And so you have to simply play the role of a hard-working husband and tell your wife that I'll work harder and I'll try to bring more. Поэтому просто показывайте своей жене, как вы сильно трудитесь, что вы такой муж, который старается очень сильно зарабатывать, и говорите ей, что вот я изо всех сил тружусь, и стараюсь как могу приносить, насколько могу денег. Yeah, externally you will make a show, you'll talk about working harder and trying to bring more, but in your heart you should pray to Krishna that please Krishna save me from this situation. Внешне делайте вид, насколько вы интенсивно трудитесь и стараетесь заработать больше и больше, но внутренне молитесь Кришне, пожалуйста, Кришна, избавь меня от всей этой ситуации. Okay. Позволь мне терпеть. Окей. Okay. Это понятно? Спасибо. Thank you so much. Okay. So we will stop here today. Мы остановимся на этом сегодня. Thank you, Guru Maharaj, for finding a time for us. Бхакти Вигнай наш на Расти Марадж Кича. Спасибо, Хари Кришна. А можно спросить, будет Махарадж читать в следующий раз? А, уже ушел Махарадж. Нет никакого заранее плана, потому что там много что меняется. Гуру Махарадж в интенсивной проповеди, плюс у него в поездках, и плюс у него здоровье еще. Он иногда чувствует недомогание, поэтому никаких гарантий. По факту спрашиваем, простите, Карпанджари, не могу вам заранее дать ответ. Спасибо, поняла. Спасибо огромное. Карик, спрашиваем, когда Гуру Махарадж может, он отвечает, когда у него не получается, он говорит, я в итоге не смогу. Потому что его, видите, какая ситуация, можно выключить запись, я объясню. Он находится физически с какими-то преданными, и там, где он находится физически, он иногда делает приоритет. Если ему к нему подойдут в воскресенье какие-то преданные места в Малайзии и скажут, пожалуйста, дорогой Гуру Махарадж, нам очень важно, чтобы вы приехали туда-то, туда-то. Он может сказать, да, я запланировал по Zoom лекцию, но так как он физически там находится,